Друзья, всем привет! Димаш Кудайберген на своей странице в Инстаграм дал адрес статьи Forbes о музыкальных рейтингах Twitter, где говорится и об успехах мировой армии Диас. Автор статьи – Хью Макентайр. Рубрика «Голливуд и развлечения». Давайте прочитаем фрагмент. Итак, заголовок «Самые обсуждаемые песни в Твиттер». SB19, Мью Супасит, Димаш Кудайберген, BTS и Лиза из Blackpink. На прошлой неделе BTS заняли первое место в недавно созданном чарте Billboard Hot Trending Songs. В нем перечислены мелодии, о которых писали больше всего в Твиттере. «Баттер» южнокорейской группы поменялся местами с «Permission to Dance», и теперь «Баттер» снова правит. Фактически в двух верхних строчках нет абсолютно никакого движения, поскольку песня «17 Rock With You» также стабильно занимает второе место, где она дебютировала в последнем чарте. Три песни входят в десятку лучших. А музыканты из трех разных стран Азии дебютируют с новыми синглами на высочайшем уровне. Самый высокий рейтинг в чарте Hot Trending Songs на этой неделе принадлежит Димашу Кудайбергену, чей новый сингл Fly Away занимает 6-е место в рейтинге самых обсуждаемых треков в Твиттере. Казахстанский музыкант впервые попал в список, и очевидно, что у него достаточно большая фан-база по всему миру, чтобы набрать множество твитов для появления в этом списке. Конец цитаты. Полный текст можно прочитать по ссылке в описании видео. Ну что ж, друзья, поздравляем! Вот это уже отличный результат на пути в настоящие рейтинги. А это, в свою очередь, дарит надежду на получение Димашем мировой музыкальной награды от Billboard. Итак, друзья, поки-чмоки, всем большой рахмет за внимание!